Это 43-я пиар вечеринка ТВ Шанс. И сегодня мы рады представить вам нашего спонсора, доктора Хюрем. Здравствуйте. Добрый день. Я приветствую вас на канале ТВ Шанс. И хочу поздравить вас с наступающими новогодними праздниками и сообщить, что сегодня будут среди участников разыгрываться бонусы от доктора Хюрем. Так что оставайтесь до конца, голосуйте за наших участников, и им будут вручаться именные сертификаты от меня, от доктора Хюрем. А вы первый раз на этом мероприятии? Не первый. Мы не единожды, мы с вами уже давно сотрудничаем. Моя подруга, народная артистка Карачаево-Черкесии Марина Соболева, ваш постоянный гость. Ну, и я прихожу с ней, болею за ваших участников. Очень интересно, очень познавательно. Это те таланты, которые где-то сидят далеко и никак не могут выйти, ну, в люди. Вы сами не планируете выступать? Нет. Ну, слово будет. Мое слово будет. А петь, плясать? Нет. Нет. Я лечу, я навожу красоту, дарю людям красоту, радость. У каждого свое кредо жизненное. А расскажите о ваших успехах за 2018 год. Успехи? Ну, я занимаюсь благотворительностью. Я лечу детей с ограниченными возможностями, детей-инвалидов. И те детки, которые, ну, были в моих руках, я как доктор-остеопат занималась с ними, у них хорошие результаты. Для меня это самое радостное, самое лучшее, то, что, ну, я как бы стремлюсь к чему в настоящее время, и я думаю, меня многие поддержат в этом. Здорово. А в 2019 году какие планы? Продолжать творить, лечить и также заниматься детками. Здорово. А пожелайте что-нибудь нашим телезрителям? Да. Как доктор Хюрем, как доктор, я в первую очередь желаю, чтобы всегда пахло мандаринами. Круглый год, не только на новогоднем столе они были, а круглый год. И самое главное, берегите свое здоровье и заботьтесь о своей красоте. Спасибо вам большое. Дорогие мои, мне хотелось бы представить спонсора нашего мероприятия, доктор Хюрем. Стартовал личный блог в интернете в гостях от доктора Хюрем. Дорогие мои, это не просто, да, я вам сегодня представляю. У нас подарки и призы сегодня разыгрываются от нашего спонсора. И мне бы хотелось пригласить на эту сцену представителя. Пожалуйста, вам слово. Это ваш шанс, у вас приезд. Сегодня среди участников мероприятия будет разыгрываться три бонуса, три приза от доктора Хюрем. Самый главный приз – это бесплатная процедура на маску Вебер. И два приза, скидка 50% на уходовые процедуры от Коллаген 3D. Каждому победителю будут выданы именные сертификаты. Сейчас пока они не записаны, пустые. И в конце мероприятия мы озвучим, кто будут победители, и презентуем эти бонусы. Ну, а те, кто не получит приз сегодня, регистрируйтесь на сайте и принимайте участие в интернет-розыгрыше. Всего вам доброго, хорошего вечера. Я в зале. Подходите с вопросами. Какие-то будут вопросы, я всегда отвечу. Всего вам доброго. Спасибо большое. Конечно же, доктор Хюрем. Мы хотим вручить, у нас уже есть победители двух сертификатов. И я попрошу озвучить, кому.
Первый сертификат на процедуру с 50% скидкой вручается Виолике! Под ваши бурные аплодисменты! Виолика, просим на сцену! Виолика, поздравляем и вручаем вам сертификат на скидку 50% на процедуру по уходу за лицом. За лицом! Коллаген 3D! Бурные аплодисменты! Поздравляем, поздравляем! И также на 50% скидку девушке, которая танцевала у нас цыганский танец! Выбор пал на цыганский танец! Пожалуйста, я прошу вас подойти! Ура! Пожалуйста, представьтесь! Мы вас поздравляем и также вручаем вам сертификат. Ура! Ура! Поздравляем! И третий сертификат на бесплатную процедуру, на бесплатную у нас вручается Анетте! Под ваши бурные аплодисменты! Анетта! Просим! Моя соведущая! Ура! Поздравляем! Ну, вот такой выбор был сделан, да, нашим спонсором.